Приглашаем на работу менеджера по продажам рекламных возможностей на радио. Официальное трудоустройство, полный соцпакет, обучение. Опыт в продажах приветствуется. Телефон в Самаре 226 65 66, добавочный 304. Требуется заместитель руководителя. Доход 45 тысяч рублей. Рассмотрим кандидатуры офицеров запаса. Телефон в Самаре 243 10 95. Требуется комплектовщик товара. Оплата ежедневная 1340 рублей за смену. Различные графики работы 2 через 2, 3 через 3, дневные и ночные смены. Телефоны в Самаре 8 927 765 19 64, 8 917 105 78 50. На теплый склад требуется наборщик товара без опыта работы. Различные графики работы 5 через 2, 2 через 2, 3 через 3, с 9 до 18 часов. Оплата ежедневная 1550 рублей в день. Телефон в Самаре 8 987 985 15 49. Требуется заместитель руководителя, диспетчер-консультант. Телефоны в Самаре 989-31-91, 8-964-985-46-77. Продается четырехкомнатная квартира на первом этаже 10-этажного кирпичного дома в городе Самаре на улице Ставропольской, пересечение с проспектом Кирова. Телефон 8-937-651-86-26. Продается дом в поселке городского типа Алексеевка Кинельского района. Участок 15 соток. В доме свет, газ, вода. Рядом река Самара. Цена 1 700 000 рублей. Торг уместен. Телефон 8 927 722 91 70. Продается дача в Новосемейкино, массив Сокский, земельный участок 5 соток, в собственности. На участке кирпичный летний дом, 70 квадратных метров, свет, летняя вода. Цена 980 тысяч рублей. Телефон 8 927 265 30 75. Продается дом 74 квадратных метра в Ивантеевском районе, 130 километров от Самары. 11 соток земли, сарай, гараж, теплица. В доме туалет, вода, котел. Телефон 8 927 725 21 59. Продается участок 22,5 сотки в поселке Угловой за селом Красный Яр рядом с мечетью. На участке новый кирпичный дом 70 квадратных метров и деревянный жилой дом. Скважина, теплица, металлический забор. Телефон 8 927 756 63 48. Пункты приема объявлений. Город Самара. ООО «Анонс». Улица Фрунзе, 69. Телефон 333-30-81. ООО «Волга-Стиль». Улица Киевская, 1. ОЦ «Караван». Офис 212. Телефон 227-55-62. ООО «Ареал-Инфо». Улица Старозагора, 27. Офис 415. Телефон 932-22-12. ООО «Фабрика вакансий». E-mail grafopersonal@mail.ru. Телефон 272-37-57. Город Тольятти. Редакция газеты «Работа для вас» и портала работа.ру. Улица Дзержинского, 98. Первый вход. Офис 414. Телефон 210-230. Город Жигулевск. Редакция газеты «Жигулевский рабочий». Улица Комсомольская, 18. Телефон 2-11-54. Город Октябрьск. Редакция газеты «Октябрьское время». Улица Гая, 39А. Телефон 2-22-15. Город Сызрань. Редакция газеты «Бесплатные объявления». Улица Кирова, 46. Телефон 98-34-01. Село Сергиевск. Редакция газеты «Сергиевская трибуна». Улица Ленина, 14. Телефон 2-12-68. Село Камышла. Редакция газеты «Камышлинские известия». Улица Победы, 20. Телефон 3-30-61. Село Богатое.
Редакция газеты «Красное знамя». Улица Советская, 29. Телефон 2-15-70. Телефон редакции программы «Доска объявлений» 226-65-66, добавочный 163. Адрес электронной почты – реклама@губерниятв.ру.